Более 30 лет посвятила работе со студентами уральский преподаватель Зауреша Кошанова. Свою трудовую деятельность она начала в качестве преподавателя в 1992 году. На сегодняшний момент женщина достигла значительных успехов и внесла ценный вклад в образование своих студентов. В рамках рубрики «Герой труда» наша съемочная группа лично встретилась с преподавателем. В образовательной системе Зауреш Кушанова проработала около 30 лет, из которых последние 7 лет она трудится в Высшем педагогическом колледже имени Джаханджидус Мухамедова. В настоящее время педагог занимает должность заместителя председателя УМО по профилю образования. В своей профессиональной деятельности она стремится использовать новые методы обучения, внедряя их на практике. «Моя работа направлена на соответствие современным тенденциям. Я активно внедряю современные технологии, искусственный интеллект на занятиях», подчеркивает преподаватель. Я являюсь разработчиком типовых учебных планов и программ по специальности начальное образование, автором пособия «Технология критериального оценивания», которое сейчас на данный момент является очень важным, потому что элемент оценивания, применяемый в учебном процессе, занимает все больше и больше внимания. Также работа в качестве разработчика профессионального стандарта «Педагог» в части ТИПО. Зауреш Кушанова постоянно повышает свой профессиональный уровень. В качестве тренера она проводила курсы повышения квалификации для обучения руководителей 180 организаций технического и профессионального после среднего образования. Ее профессионализм и способность активно передавать информацию отмечается ее учениками. Зауреш Кушанова преподает психологию. Возрастное тоже очень хорошо. Очень хорошие методы у нас происходят. Проводит и она очень хороший преподаватель, даже слабые ученики, она может так объяснить им тему, то, что они все понимают. Она очень хорошо объясняет тему, она справедливая, у нее очень интересные задания даются, никогда не повторяются, очень интересные методы, она каждый урок новые методы использует. Отметим, Зауреш Кушанова является автором методических пособий. В 2022 году преподаватель стала обладателем звания «Лучший педагог 2022». В перспективе она намерена продолжить свою активную деятельность и стремиться к дальнейшему профессиональному развитию. Амина Максотова, Олег Писаренко, Аймурат Джагапар, телеканал ТДК-42.